Ребята, всем привет! Меня зовут Олег, Лена, школа Crazy Salsa. И сегодня у нас урок по сальсе. Урок номер 12, левел 2. И на этом уроке мы с вами разберем обратную сетенту. Что же такое за зверь обратная сетента? Будем разбираться. Поехали! Начнем с делекино. Танцуем делекино. Раз, два, три, четыре. Выходим на раскрытие на басилу. Басилу мы с вами станцуем правой ручкой мальчики за правую ручку девочки. И раз, левую руку хватаем внизу. Два, поворачиваем девочку. Три, и идем по кругу. Пять, шесть, семь, восемь. Отсюда, партнеры, мы ведем девочку на инчуфлу. Раз. Два, три, четыре. И дальше мы выводим девочку на делекино, одевая в ручках сомбреро. Пять, шесть, семь, восемь. И отсюда мы танцуем делекино, отпуская руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пару важных технических моментов. Момент первый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Раз. Партнеры, руку правую ведете над головой девочки на 2 сантиметра выше. Не поднимайте руку высоко, да? И не хватайте ее здесь большим пальцем. Очень-очень хочется. Не нужно. Вот этого хвата вполне достаточно для того, чтобы держать контроль со своей партнершей. Если вы будете большой палец держать, у вас просто рука короче будет. Вот так смотрите, насколько у вас длиннее получается. Для чего нам нужны, кстати, длинные руки? Смотрите, пример. Па-ба-ба-ба-бам и па-ба-бам. Вот чтобы в такую завязочку вы могли уйти. А мы не придем в эту завязочку, если он будет держать меня большими пальцами посередине ладони. Понимаете? То есть тут мы будем сразу убиваться друг в друга. Да. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Натяжение резиночка, ручка посередине между нами. Раз, два, три. И идем по кругу 6-7. Мальчики, обратите внимание, через часики я иду. Дальше инчуфла. Раз, два, три, четыре. И выхожу на делекино 5, 6, 7, 8. Дорогие девушки, что нужно сделать, чтобы запороть эту фигуру? Моя любимая рубрика. Когда мы с вами танцуем раскрытие вот здесь, в этом элементе особенно важно остаться слегка развернутой к партнеру. Потому что ему тут нужно одну руку взять вторую перехватить сюда. Это нужно делать очень-очень быстро. И если я, не дай бог, стою вот так, то он точно совершенно не успеет тут перехватывать одну-вторую руку. И вам же будет в итоге не очень комфортно, когда это будет происходить уже во время поворота. Поэтому, как и везде, и особенно здесь, в момент раскрытия мой корпус не параллелен его корпусу, а я продолжаю быть слегка повернутой к нему. И у нас сохраняется общий объем в паре. Да? Напоминаю, что такое общий объем в паре. Ручки я раскрыл, и вот она находится в моем объеме. Я могу ее обнять. Если я отвернусь от нее, видите, я отломал себе плечо. Все, партнеры. У него объем там с другой, видимо, партнерши, женщины, которая стоит здесь. На наш урок. Это была обратная сетента. Желаю, чтобы она у вас получалась все-таки с вашей партнершей в момент раскрытия, а не с чужой. Подписывайтесь на наш канал. Обнимаем, любим, целуем. Пожалуйста, пишите комментарии, что именно нужно, что вам интересно. Мы постараемся дать вам информацию, которая необходима именно вам. А ее у нас очень-очень много. Увидимся на следующих уроках. Пока-пока.